Из автолюбителя в пешеходы в селе Мирное Симферопольского района сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, который проехал на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. На то, что 19-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, указывало его поведение. Да и сам молодой человек факт употребления алкоголя не отрицал. У вас имеются признаки опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта, а также нарушение речи. Я, как уполномоченное должностное лицо, отстраняю вас от управления транспортными средствами. Вам это понятно? Да. Накануне спиртное употребляли? Да. Автолюбителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на месте. Результаты алкотестера показали у молодого человека превышение количества паров алкоголя в выдыхаемом воздухе почти в 3 раза. В отношении нарушителя правил дорожного движения инспекторами составлен протокол. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Также вынесено постановление за проезд на запрещающий сигнал светофора. От управления транспортным средством молодой человек отстранен. В ближайшее время он на долгое время превратится в пешехода.